Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби. Герои». Задание дня. Взгляд в будущее. Давай посмотрим, что тут у нас такое. Бонусный зомби с ведром может заблокировать ваши бонусные атаки. Так что для начала уничтожьте его. Хорошо, я попытаюсь. Мы играем с тобой за травяного кулака. Так, ну что, давай посмотрим, какие мне тут... Здравствуйте, а что-нибудь... Во. Так. Блин. А помельче-то ничего не было? Да, конечно, начинается вот это вот. Ну давай попробуем что-нибудь вытянуть с тобой. Вытянул. Называется, вытягивальщик тоже мне. Ну что, орех надо будет выставлять тогда, я понимаю, да? Посмотрим, что он там сейчас будет. Да вы заколебали, а? Давай орех сюда поставим. Че он там? Я офигею. 2-6. Как тебе такой итог? 3 энергии. Ну а что я тут могу сделать? Только вот. Вот этого братишку вызвать сюда. Все. Странно, он ничего не стал делать. Интересно. Окей. Так, 5-4. Ну-ка. Вот он что делает. Вот он что делает. А мы с тобой сделаем вот так. Я совсем забыл про это. Я совсем забыл, что бонусную атаку мы с тобой сделать не сможем. На, гаденыш ты такой. Так, смотрим. Не-не-не-не-не, вот это вот не надо здесь. Убери подальше, чтобы я не видел этого. Танцоры у него еще там были. Когда растение проводит бонусную атаку, вы тянете карту. Давай сюда поставим его. И сместим его вот сюда. Опачки, еще и добиваем. Найс. Так, 8 в лицо моему, на тебе. Слушай, а что-то мне тут здоровье надавали целую кучу. Неужели так все будет дальше хуже, а? Ну давай я сделаю вот так. Наносит 2 единицы урона. Уничтожает мне грушу мою. Еще 2 единицы урона. Еще 2 единицы урона. Ничего себе ты, парень. Даешь тут. Еще и 3 единицы урона. Офигеть. Ну давай. Посмотрим, что у него против этого найдется. А ничего. Ну тогда извиняй. Что я могу сказать? Да, конечно, ага. Блин. Давай на всякий случай вот так вот сделаем. Бамс. И поставим вот этого. Кто там у тебя? Понятно. Все, друзья мои, выиграли мы здесь с вами. Очень даже неплохо. Замечательно. Так, нанесите 30 единиц урона зомби-героям. О, сейчас будем драться. Я, наверное, объединю эту серию. Еще там у меня есть небольшое видео, ребята. Кусочек. Не стал его выкладывать в свое время. Наверное, объединю вместе с этим, чтобы подлиннее серия была. Так, ну что, мы с тобой идем дальше. На ранги. Как ты видишь, рейтинговый бой. Я на 9 ранге. Мне нужно еще, наверное, 2 победы. А может быть даже одну, чтобы перейти на 10 ранг. Сыграем мы с тобой. Давай, наверное, картошечку возьмем для начала. Попробуем сыграть ей. Поиск соперника. Угу. 10 ранг против меня выступает, да? Ну что же,
Я не возражаю. И это, как ты видишь, у нас ржавый. Я его так буду называть, ржавый. Ход зомби, нет у меня хода. Точнее, у зомби-то, может быть, тоже нет, но у меня так тем более. Так, посмотрим. О, хорошо пошло. Перевоплощение. А вот это плохо. А вот это плохо, друзья. Блин. Я ничего не могу сделать. Бабах. Да чтоб тебе. Опять, да, пока ничего не получается у меня. Сейчас посмотрим, что он... Опа. Неплохо он так, я тебе скажу, устроился. Давай, наверное, сделаем с тобой вот таким вот образом. Угу. Вот что он сделал, да? У него две энергии. Так, защита сработает у меня или нет? Иди отсюда. Сработало. Ну, давай вот сюда поставлю. Чтобы не выпендривался много, да? Так, груша. Хм-хм. Что бы сделать-то, а? Давай вот так вот сделаем с тобой. Что, понеслась? Ага, Гаргантюа. Значит, заклинах свою применил. Ладно. Поехали. Три в лицо. Это срабатывает защита, да, у него тут? Я его прекрасно понял. Кошатница. О как. О как, да, значит? Угу. Ну что бы нам с тобой сделать? Давай, наверное, сделаем вот так вот, через орех. Ой, даже не знаю пока, что тут. Давай, наверное, вот сюда переместим его. Пока. Посмотрим, что он там будет делать. Шаманство. А, он защиту делает. Да и фиг с ним, пускай он делает защиту. Пока ничего страшного, ребята. Пока все нормуль. Вот это вот похуже немножко. Похуже, ребята. Убираем отсюда. Нечего здесь, как говорится, делать. Плюс 2 к хп, да? Угу. Посмотрим. Кошатницу будет защищать свою или нет? Бонусную атаку наносит зомби. О как. Замечательно просто, да? Пока идет все хорошо, ребят. Кукуруза тоже пригодится. Блин, единственная проблема — это с хилом. Вот так вот я все сделаю. Что он там делает? Ага, шаманство двух способностей. Неплохо, неплохо. Какие только там способности у него. Заморозка, например. Ага, всех растений на земле. Что еще? И наносит бонусную атаку? Ради бога. Так, и мы с тобой вот такой сделаем. Угу. Круто. Теперь смотрим, что он там сейчас будет вызывать. Ну давай, ржавый разряд. Соображай быстрее. Это тебе не поможет. И это тоже тебе не поможет, потому что у нас вот такое есть. Тра-та-та, и они все готовы.
Пошли в атаку. Угу. Ну, уничтожил кукурузу, ладно, хорошо. Сейчас мы тебе в лицо-то навтыкаем здесь. Что там? 6 единиц здоровья восстанавливаешь? Восстанавливай. Это твое право. Так, ну что, давай смотреть. Ох ты, морковь. Он все хочет доборчики свои, да? Доборчики все делает. Ну, делай, делай доборчики свои. Все? Доборчики закончились у тебя, парень, да, я так понимаю? Ну, распрощайся с этими ребятульками. А я вот так вот сделаю. Поехали. Бонус на атаку. Ух ты. Ну, 2 единички ты мне в лицо, может быть, и дашь. Но выживешь ли ты? Нет, не выжил. Вот и все, ребята, ржавый разряд накрылся медным тазом. И это очень прекрасно. А мы с тобой переходим на 10-й ранг. Это классно. Ох ты, у нас 500 гемов. Тут еще соточку. Вау, еще и тут 10. Ну, неплохо. Так, 700 гемов мы набираем. И, как ты помнишь, мы открываем нового персонажа, нового героя. Так, давай теперь мы сыграем, наверное, с тобой за орешек. Надеюсь, орешек меня не подведет. Я на это надеюсь. Ну, ты знаешь, он такой капризный, фиг его разберешь. Когда-то может помочь нам по отхилу, когда не захочет помочь. Блин, супермозг, это плохо. Супермозг, это, ребята, всегда плохо. Со своей кровожадностью, да? На это же идет расчет. Не буду я пока ссать кукурузу, но нет смысла, ребят. Начну с ягодки, наверное. Но он, опять же, ягодку будет 100% брать через кровожадность. Что ж ты будешь делать-то? Ну вот, видишь, добор карт пошел. А здесь нам пригодится как раз кукуруза. Вот так вот. Атаки он не может сделать, мы уничтожаем. Так, смотрим, что он там дальше придумывает. О, как. А мы с тобой сделаем вот так вот. Мне кажется, что здесь будет бесенок на воде. Мне кажется, именно он будет через кровожадность играть. Так оно и есть. Так, смотрим. Потому что если он вызывает бесенка, значит, скорее всего, через кровожадность. Я ничем не смогу помочь нам. Хотя я вру, ребята. Что он там мутит, а? Блин, если честно, не знаю. Попробуем вот так вот сделать. 4 энергии. Что такое? Заморозку. О, как он решил. А вот, ребята, и кровожадность, про которую я тебе говорил. Но если он думает, что он сейчас будет тут выпендриваться, поверь мне, он ничего не получит. Он хочет сделать добор карт. Ему... Опа, опа. А, он на ландшафте только работает. Угу. Так, ну что, здесь мы с тобой делаем вот так вот. А здесь мы с тобой сделаем вот так вот. Ой, какая хорошая карта, ребята. Все растения, да. Эта карта прям имба. Че ж там говорить. Так, авокадо. Авокадушка. Угу. Я не знаю, мне кажется, там зомби с кровожадностью у него будет сидеть. Тут прочерк. Воу-воу-воу. Разошелся парень, да? Ну давай, фиг с ним.
Я сделаю вот так вот. И сделаю вот так. Отлично, поехали. А я же говорил тебе, тут будет скрываться. Но ему крышка, ребят. Так, минус и 3 в лицо. 10 хп, ребят, у нас остается. Фиговенько, да, конечно? Фиговенько. Тут не поспоришь. Ох ты, ох ты. Что он тут творит, а, ребята? Во-первых, нам надо с вами хильнуться. Это раз. Во-вторых, мы с тобой поставим... я, наверное, сделаю. Слушай, по идее, он же должен перетянуть или нет? Да, он перетягивает, отлично. А этот с костью, он сейчас, ребята, ландшафт здесь поменяет. Да, поменял ландшафт, прикинь. Так, что там у тебя? Я не знаю, ребят, что у него там в руке. Давай сюда вот переставлю. Груша. Вот груша как раз это хорошо, ребята. Вот и вот мы и раздаем, да? Окей. И сделаю я, наверное, вот так. Кто там у тебя? Ну, здесь ничего страшного нету. Он может в лицо, конечно, меня зарядить. Что, скорее всего, и сделает. Угу. Перемещает зомби, наносит бонус на атаку, да? Так, 6 в лицо мы получаем с тобой. А, нет, нет, только 3. Только лишь 3. С картами-то у него тоже плохенько, да, я смотрю. Да ты запарил. Там 100% с кровожадностью, чувак. 100% тебе говорю. Пять и 4. Так. И вот так вот. Посмотрим. Угу. Ну и что ты там придумаешь? Бонус на атаку? Ее нету, пареньки. Угу. По-моему, крышка ему, ребят. По-моему, ему крышка. Ну и что там с одной картой сделаешь? Понятно. А нет, еще что-то там успел урвать. Вытягивает 2 карты. И все. Да, друзья мои. Орешек тут тоже нас не подвел. Так, а теперь давай посмотрим с тобой. Знаешь на что? Мне сказали, что ночной колпак не очень подходит, говорит, под заморозку. Говорят, что лучше его использовать под грибы. То есть с грибными этими. Че, попробуем его на грибах, что ли, разыграть, а? Или не будем пробовать? На грибах.
Я вот даже не знаю, если честно. Давай попробуем. Как говорится, ничего все равно с тобой мы не потеряем. Можно, кстати, вот на этих сыграть. Как их звать-то? На фасольках. Да, вполне можно. Так, ладно, убираем это все. Перец тоже иди, пока погуляй. Заморозка надгробия. Пускай, наверное, останется. Вот этих уберем. Капельки убираем. Ну что, грибы так грибы. Просто хочется посмотреть, получится ли у нас с тобой что-нибудь или нет. Так, где у меня еще грибочки-то мои? Драгоценные. Команда. Вот этого, наверное, возьмем с тобой, да? И вот этого. Сколько там еще? Еще дофига. Так, иди сюда тоже. Больше нет у меня, да? Никаких мощных грибов. Ну да. Ну что, попробуем, постараемся. Так, этого, наверное, тоже уберем одного с тобой. А сколько я взял грибной поляны? 3. Я думаю, этого хватит. Ну что, друзья мои, давай попробуем сыграть за ночной колпак на грибах. Ой, елки-палки. Это что-то больно круто. 20-й ранг против меня-то, 10-го дали. Даже пока я не знаю, что тут. Что мне тут пригодится, что не пригодится. Ну вот это вот вообще не в тему, если честно. Хотя, сейчас мы этого шитика с тобой вот так вот, хоба, на воду поставил. Думаю, сейчас на воде разгуляется. Да, конечно, разгулялся. Он на воду может своих этих маленьких вампирчиков поставить. Об этом тоже не стоит забывать. О, как. Кто же там у тебя, а? Я даже не знаю, ребята, кто у него там находится. Опачки. О, как оно, да? Два, три становится. Лава плюс ураганчик. Давай-ка ураганчик с собой сделаем. Уберем его отсюда. А сюда поставим, во-первых, лаву. И вот этот грибочек сюда влепим. Тю-тю-тю-тю-тю. Сгоришь. Сгорело. Угу. Так, ну что, я даже не знаю, ребят. Погнали. Так, плюс 2 за каждое растение. Погнали, посмотрим, кто здесь. Ага. У меня с картами... Друзья, с картами беда. Причем офигенная беда. Можем прокачать, да? Ай! Это больно. Так, ну что я могу сделать? Ну вот так я могу сделать, в принципе. И вот так. Ребят, грибы грибами, но... Блин, как тебе объяснить-то? Минус один, минус один. Окей. У него, кстати, тоже с картами не особо
все хорошо там, как ты видишь. На тебе. Вот это вот, зачем я его ставил? Ласка. Оу. Слушай-ка. Эволюция. То, что нужно. Угу. Все, да, на этом. А вот так вот тебе. А? Нормуль так зайдет сейчас. Ох, как сейчас зайдет, ребята, ему. Да на тебе. Так, что вы тут? Наверное, вот этого будем валить. Но не забывай, что призрак, да? Который сейчас нанесет урон. Хм. Он сюда поставит призрака, а мы потом поставим. Блин, а этого невыгодно нам ставить сюда. Ёлки-палки, ты мне растение какое-то хочешь подкинуть? На лаву поставил, да? Давай вот так вот сделаю. Ну и все, пока. Смотри, смотри, что делает, а? Так, у него срабатывает сейчас эта фигня. Сейчас наверняка вампирчики эти будут у него. Ну да, летучие мыши, я о них и говорил. Дайте мне карты на... нормальные. Вот так вот, да? Что я могу сделать? Посмотрим, что у нас получится из этого. Угу. Плюс один, да? Вот и все. Вот и не стало вампирчика. Ну, ребят, чисто фартово нам повезло здесь, да? По-другому не скажешь. Но это нам не мешает перейти на 11 ранг. 20 гемов уже дают. Опачки. Энергию выхватил. Так, ну что? На грибах можно играть, но очень быстро у меня, ребята, заканчиваются карты. Теперь пойдем сыграем за капусту. Я хочу кое-что посмотреть по колоде, ребят. Так, ну в принципе, все как бы хорошо. Все меня устраивает здесь, в этой команде. Может быть, кроме свеклы. Кстати, мы можем... А нужно ли свеклу поменять на этого? Не знаю, давай пока так оставим, как есть. Просто глянем, что у нас с тобой из этого получится. Ох ты, одинаковый ранг. Одобряю. Так, у него опять ржавый разряд. Так, я... Вы серьезно сейчас? Две мины? Ну ладно, фиг с ним, пускай будут две мины. Бонусная атака, да? Угу. Я пока пропускаю ход. И он тоже. У меня опять ничего нету. Он делает добор. И я пока не буду тратить мину. Я не вижу смысла. А вот теперь поставим. Сейчас посмотрим, кого он тут влепит. Угу. Он все доборами занимается. Ладно. Мы с тобой сделаем вот так. Посмотрим, что он там будет делать. Уничтожает растения, значит, у него валуны. Понятно. Следующим пойдет у нас с тобой орех.
так вот. Давай, давай, делай свои доборы. Поехали. Отлично. Ну, что ты там сделаешь? Ничего. Так, удар. Замечательно. Ну, что ты там задумался, разрядик? Блин, что же нам сделать-то с тобой, а? Что бы нам с тобой сделать? Давай вот так вот. Кто у тебя здесь? Ага. Хлыщ, который... Чего он все на доборах карт? Пш. Посмотрим, как ты далеко уедешь с этим парень. Своими доборами карт. Так, отлично. Можем сделать, в принципе, эволюцию, вытянуть две карты. Угу, все. Прекрасно. Ну что, вмажем? Ну что, этот пойдет сейчас в прокачку. А мы с тобой... А мы с тобой сейчас что будем делать? Я не знаю, кто там у него. Но он решил вот так вот, да, сделать. Хорошо, давай я вот так вот сделаю. Опять ты со своими доборами, а? Все суммы получают 2 плюс 2. Ладно. Так, сейчас этому вмажем. У нас с тобой здесь какая штука хорошая. Если он думает, что он сейчас здесь может прокачиваться, естественно, я ему не дам. Не дам, ребята, я ему здесь прокачиваться. Так, ну, во-первых, бонусную атаку нужно сделать. А мы можем даже, знаешь, что с тобой сделать? Вот так вот. Хопа. Дальше. Сделаем вот так вот. Теперь мы с тобой сделаем вот так. Поставим сюда минку. Ну и посмотрим, что он там будет делать дальше. Все зомби получают 2 плюс 2. Восстанавливает 6 единиц здоровья себе. Ради бога. Так, что там у него? Что-то плохое, да? А растение... Это все фигня. Все равно пробить не пробьет. Так. Пошла прокачка, да, у него? Ну что, мы, наверное, с тобой будем вот этого бомбить. Кого он там хильнет сейчас, этого или вот этого? Этого, значит, этого в первую очередь мы и уничтожаем. Так. Дальше мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Теперь мы с тобой сделаем еще. Так. Поехали. Один плюс три. Бонус на атаку. Ну и все, парень, да? А, нет, смотри-ка, еще бонусная атака. Пробить-то не может. На. Погибает. Наши ребята растения, к сожалению, погибает. Вот ты как, да?
Вытягиваешь карты, вытягивай, вытягивай. Ландшафта нету. Хе-хей. Ну что, 6-4. Давай я вот так вот сделаю. И вот так вот. Посмотрим. Чё? Так. На. Блин, что там у него за карта? Я не знаю, ребят. Плюс 5 к здоровью. Теперь смотри, что мы с тобой сделаем сейчас. Да, ты запарился с своим вытягиванием карт. О, даже как, да? Теперь поехали. Так. Теперь мы с тобой сделаем вот такой вот сюрприз. Ну и чё? Обделался парнишка, да? Понятное дело, обделался. Нежданчик, так сказать, ему прилетел такой. Думает, на дурачка, ага, сыграть. Смотрим дальше, что он там будет делать. Да ладно, ничегошеньки. А чё ж ты так, парень? Чё ж ты так кисленько-то? Что-то тебе взгрустнулось, да? И что далее? Что-то там трясешься, дергаешься-то. Поздно дергаться. Ну что? Капуста нас не подвела, как ты видишь. Все очень даже неплохо вышло. Так, мы еще одну победушку с тобой сделаем, наверное, да? И перейдем на 12 ранг. Вот за кого сыграть только? За кого сыграть? Мне осталось здесь купить только лишь цитрона, друзья мои. Только лишь цитрончика. И у меня будут почти все герои. Ну, каротину мне не приобрести, так как его, говорят, уже нету. Его невозможно получить. Значит, только цитрона. Ну что, здесь, наверное, убираем так. И вот так. В принципе, остальное устраивает меня. Ну, здравствуйте, приплыли. Видно, плохая рука попала ему. Скорее всего, так. Иначе вот так вот сдаваться на ровном месте. Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, будем закругляться. Эта серия получилась коротенькая, но я приплюсую еще одну серию, и будет, в принципе, нормуль. К сожалению, я удалил нечаянно свое, ребят, второе видео, которое я хотел прикрепить здесь. Поэтому давайте, наверное, тогда сыграем еще здесь маленечко. Раз уж такая плясочка пошла у нас. Как я мог удалить, а? Видимо, подумал, слишком коротенькая, да? И убрал. Думал, сейчас это тоже сделаем коротенькое, да? На минут 30-40. Соединю, и будет нормально. Но видишь, как получается. Так, погоди-ка, я не помню, у меня что здесь? Грибная поляна есть? У картошки? Ты. Для меня это самого новость. Блин, супермозг. Такой еще жучара, да? Мне даже выставить некого. А он начинает уже, ребята, заниматься, видишь, чем? Пират. О, пират будет прокачиваться сейчас. 3-2. А, 3-3 даже. Ёлки-палки, это плохо. Друзья мои, это плохо. Как быть? Ягоду ставить под него. Ну давай ягоду поставим. Я надеюсь, у тебя нету кровожадности сейчас в данный момент. А то не хотелось бы как бы. Есть. У него как раз, ребята, есть кровожадность. Ты понимаешь? Окей. Я ничего здесь сделать не могу, ребята. Ну есть кровожадность. Ага, а вот тут вот нам понадобится вот эта вот ягодка.
Вот так вот. Что он сейчас будет сюда ставить, я не знаю, ребят. Может быть, прокачивать этого пиратика? Хм. Вот так вот он решил сделать, да? Хочет энергию дополнительно получить. Но я, в принципе, могу этот ландшафт ему испортить своей грибной полянкой. И мы с тобой так и сделаем. И поставим амфибию. Кто там у тебя? Опа, рикошетик делает, да, мне? Я понял, сделал рикошет. Поехали. Так, рикошет. Угу, у нас есть орех. Он полянку-то эту хочет убрать, поверь мне. Она ему как бы здесь вообще не нужна. Опа-на. Опа-на. Что нам с тобой сделать? Давай я вот так, наверное. Куда? Угу. Сюдашеньки. И плюс ко всему мы сделаем с тобой вот так. Поехали. Одна энергия сейчас что-нибудь да сделает. Подленького, поверь мне. Кровожадность на всех вешает. Ну что же, мы убираем их всех. Потеряем только грибочек и орешек. Окей. Кровожадность он тратит безбожно, я смотрю, да? Вот ты как решил сделать. Ну, что же мы можем с тобой сделать? Ну, давай я вот так вот закачу. И... ну и вот так вот. Давай посмотрим, кто у тебя там. Рикошет. Крокодильчика будешь убирать? Естественно, кого же ему еще убирать? Так, предположим. Есть виноградина, ребята, у меня. Слушай, он достал уже, а? Вот, если честно, он просто уже достал. 100% там тоже рикошет. Так, мы можем свой сделать следующим образом. Вот так вот. И вот так вот. Ох ты, ох ты, ох ты. Спасибо большое, нуб-мастер. Он хочет сюда перейти. Я его понял. Ладно. Ну, уничтожит он мне этого. Ладно, не будем загадывать. Рикошет. Ха-ха. Погнали. Ага, вот уж дудки, парень. Так, что у тебя там? Вытягивает две карты. Ну ты не забывай, что у меня виноградина есть, парень. Ох, не повезет же тебе сейчас. Ну что, смотрим? Тебя умоляю. Ты сейчас серьезно? Прикрылся. И все на этом? О, даже вот так вот. Ну что? Друзья мои, я правда не знаю, кто там и что там у него. Мы можем, конечно, сделать немножко по-хитрому. Я могу сделать вот так вот. Это раз. Здесь могу сделать вот так. Угу. Плюс ко всему я могу сделать вот так. Ммм. Да и вот так вот. Давай смотреть. Угу. Кто будет выстрел делать? Ну давай делай ты выстрел, чё ж там. Нет, он решил через курицу. Кровожадность. Ну и все, наверное, я думаю, на этом. На этом можно и закругляться, ребята. Да на тебе. Так. Ух ты.
Не-не-не-не-не-не-не-не, парень, это не твой вариант. Легендарную карту хочет вытянуть. Ай, фокусник. Ну давай, ставь свою легендарную карту. Посмотрим. У меня грибок как раз тут жаждет взорвать любую легу. Вот, молодец. Ну я думаю, что это слишком жирно для него будет. Или не будет жирно? Да давай, фиг с ним. Бум. Теперь сделаем вот так вот с тобой. Жуга. Все? Доигрался? Понеслась. Все, это последняя, ребята, его броня, которую он использовал. Почему я это говорю? Ну, потому что, смотри, да пускай он хоть сколько энергии набирает, ребята, не в этом суть, потому что уже преимущество у меня на столе. Причем огромное. Даже вот эта вот фигня не поможет ему, поверь. И это тоже не поможет. Нет. Почему? Я тебе сейчас объясню. А, все, ребята. Он сдался. Даже если бы он не сдался, ребята, ему бы здесь, ну... Ну, вообще шансов не было. Потому что я хотел поставить виноград. Мало того, что он сам по себе наносит 6 единиц урона. Так если его уничтожает, он еще 6 наносит, понимаешь? Так, а мы с тобой уже на 13 ранге. Что-то я заигрался за картошку. Ну, ладно. Какая разница. Вспомни, сколько мы с тобой играли за разгрома. Сколько у нас было серий. Блин, вот это... Эй-эй-эй-эй-эй, друзья. Да вы серьезно, что ли? Ну, тут проиграл я, скорее всего, ребят. Ты посмотри, что мне тут надавали. Да. Это, конечно, жесть. Просто взяли имбу всю, надавали. И играй как хочешь, называется. Что? Ага, плюс 2. Зомби получает здесь плюс 2. У меня ландшафта нету никакого. Ух ты, подходящий клиент. Как раз, да? Под ананасик попал. Идем дальше. Кто там у тебя сейчас будет? О, у меня груши выпали. Вампирчик. Не понял юмора. Что за фокус это? Эй. На-ка. Только не говори, что ты сейчас еще вампирчик. Ты посмотри, а. Две атаки, это, конечно, плохо, ребята. Ай, ну что, возьмем кактус, наверное, да? Или как нам лучше здесь сделать? Поставим здесь. Вот таким вот образом. Да и кактусенок не помешает, в принципе. Посмотрим. О, вот так вот даже. Даже вот так вот. Он прокачивать будет своего вампирчика. Ну что? Что я могу здесь сказать тебе? Вампирчика надо уничтожать. О, как ты прекрасно поставил, парень. Спасибо тебе большое. Уж извините. Так надо было. Поехали. 6 в лицо тоже неприятно, согласись. Хотя, он что там задумал. Так, смотрим. Да ладно, никого не стал выставлять. Чё ж ты так? Ну, если я вот так вот сделаю, к примеру. Чё там? Уничтожает случайно растение. Да, парень. Чувствую, тут тебе уже ничего не поможет. Да ты серьезно, что ли? А вот так вот не думал? Нет, конечно, что он мог думать, ребят. Фонарик еще поставим сюда с тобой.
Шаманство. Ладно. А мне одна карта, ему три. Поехали. Подтанцовщиков будешь вызывать, да? Нет? О, так все тогда тебе, парень. Кранты. Великолепно сыграли. Бабах, что-то тут вообще, ребята, разошелся, я смотрю, не на шутку. Да? Ну что, пойдем тогда уже до 14 ранга. Нам уже с тобой терять нечего. И возьмем опять же бабаха. Очень круто, конечно, бомбит он. А помнишь раньше, когда мы с тобой играли, да? Я говорил, блин, я не могу играть за этих растений. Теперь я оторваться не могу от этих растений. Только лишь из-за того, что, ребята, у них, по крайней мере, есть какие-то легендарные карты. Так, вот это вот уберем. Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится, ребят? Блин, ладно, фиг с ним. Что у нас тут с тобой творится? Не буду ничего тратить. Это не показатель. Хотя танцор. Опа. Давай, давай могилу. Могилку, могилку, могилку. Я ее сразу. Нет, ребят. Ни шиша тут, ни могилка. Блин, ну вот это тратить, горячку тратить на этого хламона, я считаю, это невыгодно. А так я могу сфейлиться, сейчас доиграюсь, по-моему. Угу, минка. Минка и... Ну, тут он, сейчас мы с тобой сыграем. Короче, ставлю сюда мину. Не знаю, кто там у него будет. И ставлю сюда мину. Посмотрим. Ух. Ну ты уж извини. Такова твоя судьба. Так, а этого будет прокачивать своего чудика или нет? Наверное, будет. А, вот так вот даже. И в чем прикол? Я не понимаю. В чем сейчас был прикол? Всех размяли. Опа. Ну, я жду. Подтанцовщик, я понял, ребята. У меня есть вот, вот такой вот. Смотрим вот так вот. Чпок. И все. И два. Восстанавливаю себе здоровье, да? Молодец. Что я могу сказать? Молодец. Ух ты. Ты серьезно, что ли? Поехали тогда. Я сделаю так. Я сделаю вот так. Сгрустнулось, да, ему сразу? Я понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. Все, и тут он приплыл, да? А, нет, нет. Он все-таки думает, что он сможет против меня что-то сделать. Я поставлю мимика сюда. Угу. Все. Ребят, ну а дальше просто трындец будет. Выставляем с тобой вот это растение. Даже этот танцор тут не поможет, поверь мне. Не поможет. И делаем вот так вот с тобой. Хоба. Все. Тут без компромиссов. Хотя у него может быть какая-нибудь карта здесь, по-моему, что же нету ничего. Так. Что там у тебя за карта? Я не помню, ребята. А, два подтанцовщика, наверное. Наносит 3 единицы урона. Ясно. На. Получи ты. Ой, ой, ребятушки, ты посмотри. В лицо, да, пятерочку? А, нет, там сколько? 3. 3 единицы урона. Мы с тобой дальше делаем вот так вот. Ну и вот так вот. И что? Сальца.
Сделать ты больше ничего не можешь, да? Ой, сейчас он как увидит еще это все. Да он сдался, ребят. А нет, смотри-ка. До последнего. До последнего дерется парень. Дирижер, все дела. Давай, посмотрим. Что ты на это скажешь-то? Да ничего не скажет, ребята, он сдастся. Вот и все. Вот и весь каст тебе до копеечки. Ну что, я нас поздравляю. Мы с тобой переходим на 14 ранг. Прекрасно, прекрасно мы сегодня повоевали. Мне самому понравилось. Ну, ребят, если честно. Хотя, подожди, может быть нам... Давай-ка еще сыграем. Давай еще сыграем с тобой. Попадем в 15 ранг. Возьмем с тобой 70 гемов. 700, точнее, гемов. И купим цитрона. Да, пока поиграем. Можно было бы, конечно, закругляться, но вот что-то вот мне захотелось, друзья. Так, мимик. Блин, я даже не знаю. Вот так вот лучше мы оставим. Блин, мозг этот. Вынос мозга, одним словом. Ну? Он ничего не стал делать. Я пока тоже ничего не буду делать. Угу, доп. Энергию берет. Это нехорошо. Это уже небольшое, так сказать, у него идет преимущество передо мной. О, даже как. Легендарную карту вытянул. Секешь? Так, поехали. Что будем делать? Орех ставить? Если он... В плане... С какого, блин, перепуга-то вдруг? Все? Да выпендривался. Да, если так дальше пойдет дело, то будет совсем плохо. Ох, ё-моё. Еще берет энергию. Нафига, у него, ребята. Так, кровожадность и прочерк. Кровожадность и прочерк. Слушай, пока я не буду никуда ее ставить. Этот ландшафт я сейчас поменяю. Этот ландшафт я поменяю на... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Вот так вот, друзья мои, делается. Ты понимаешь? Да. Что он тут себе позволяет? Так, чернику не уничтожишь же. Если я сюда поставлю. По идее, не должны, да? По идее, не должны. Поехали. Ой. Ну а что, другого варианта нет, ребят. Ду-ду. Кого бомбим? Блин, не того надо было. Не того. Ну, ребят, тут что-то уж чересчур, по-моему, круто. Чем я могу прикрыться? Я могу прикрыться следующим. Нет, здесь нельзя убирать. 7 в лицо, да? Это крышка. Стоп. Этого мы с тобой сюда переместим. Здесь сделаем вот так.
И здесь вот так. Ну, не знаю, ребят, другого варианта я просто пока не вижу. Посмотрим. Кого ты уничтожишь? Вот скажи мне, а? Черничка. Того. Ну, теперь хиляемся. Поехали. Чего там? Блин, зомби Гаргантюа. Он сейчас еще, ребята, выставит кого-нибудь. Энергии-то у него хватает. Ого! Да, блин. Фигово, ребята. Все очень фигово. Так, мина. Мина сработает, да? Сюда, сюда. Две мины. Ну, попробуем. Так, одну сюда. Одну сюда. Плюс вот так. Пока все. Блин, конечно, он там нахапал. Че он там, кровожадность и прочерк? Ага. Беспилотника. Хрен с ним, пускай беспилотник тут стоит. А он меня разберет, скорее всего, ребят. Да. Вот этот пробьет. Вот этот, к сожалению, успеет нанести урон нам. Этот... Куда ты его подтянул? Да, ребята. Ну, видишь, если бы ему не эти карты вот эти бы не выпали бы, где он добор делал Гаргантюа, мы бы его разобрали бы. А так как он успел вытянуть, то не вышло. Ладно, поехали дальше. 15-й ранг все равно сегодня мы возьмем. Да, блин, не надо. Так видишь, мы еще с тобой, когда начали играть, у нас было потеряно преимущество. Я, по-моему, 3 хода вообще ничего не мог сделать, потому что там не было нормальных карт. Карты-то нормальные, но по энергии очень дорогие. Мозг атака, значит, да, у нас тут. Вот что мне сейчас прикажешь делать? Опять же ничего нету, ребят. Грушу только выставлять. Но опять же, когда я ее выставлю? Не сейчас. Блин, он запарил. Что он делает, а? Ох ты. Ох ты. Все, он не выдержал, да? Ну давай, предположим, я сделаю вот так. У тебя, наверное, ландшафт там есть? Ты сейчас поменяешь его? Нет, он размещает зомби-астронавта. Вот так. О, опять черничка выпала мне. Блин, я боюсь, у него там есть что-нибудь такое, чем он может уничтожить эту чернику. Но не факт. Поэтому проверим. Что там? Наносит 1 единицу урона? Размещает зомби-астронавта? Окей. И наносит 2 единицы урона. Так, смотрим, выживем мы? Выживем. Вот кого мы уничтожим? Ну-ка. Так, здесь мы с тобой сейчас поменяем ландшафт. Это в первую очередь, что мы с тобой сейчас сделаем. Хотя... Нет, мы лучше вот так вот сделаем с тобой. Понял, что творит? Ну давай, посмотрим, кто прав, кто виноват. Все, сгрустнулось тебе сразу, да, парень? Я знаю. На-ка в ответ.
7 энергии, да? У нас с тобой есть могилоед. Ой-ой-ой. Серьезно? О, купидончик. Друзья мои, купидончик. Вот так вот. Оп, и нет купидончика, да? А еще мы с тобой сделаем вот так вот. Че там? Создаю случайного зомби? Хорошо, создавай. Наносит... Умоляю. Все, отыграла. Отыграла ты свою девочку, да? Так, ребята. Кукуруза, наверное, да? Плачет по нему. Или вот так вот. Ой, какой... Какой бардак, ребят. Какой бардак тут творится, а? Сейчас будем с тобой. О, да ты еще и помогаешь мне. Как скажешь. Угу, на тебе. Так, лужайка. Ну, мы с тобой вот так вот сделаем, наверное, да? Я думаю, виноградик будет здесь в самую пору. Добор карт, 100% тебе говорю. Угу. Вытягивает. Все, короче, он сдался, друзья. Ну, тут понятное дело, тут... Вообще без вариантов у него, конечно. Так, нам нужно с тобой еще две... Ну, еще победу. Еще одну победу. Давай, картошка, раз уж начали тобой добивать ранг, давай закончим. Блин, да что ж такое? Ты посмотри, а? Все любят поиграть за... этого. За супермозга. Прям вот хлебушком не корми, дай им поиграть, а? Да вы, блин... Твою ж налево, ну опять нету первого хода, ребят. И второго, кстати, не, ну вторую есть, шипастая лужайка, но ее можно поменять. Причем поменять на изи. Два могилоеда, зачем мне два могилоеда? Хотя, супермозг, ребята, любит играть с надгробиями. Только что сказал, вот тебе и надгробие. Так. Мне просто интересно знать, кто там у тебя. Упс. Вот это я немножко проворонил, ребята. Все-таки надо было уничтожать это надгробие. Ну, видишь. Пожадничал я. Интересно, он будет менять лужайку или нет? Нет, он не стал ничего менять. Мы здесь уничтожим тогда. Ага, ты понял, кто у него там был? Да-да. Ну что, там крышка? Угу. Да ё-моё, нафиг мне этот грибок твой нужен? Ну давай посмотрим, кого он там сейчас поставит. Если опять могилка, то это хорошо. Отлично. Поехали. Не хочу, ребята. Лучше кого-нибудь другого здесь дождаться. Чего? Кровожадность. Вот так вот ты решил, да, сделать, значит? С кровожадностью. Так, заморозка могилок. Давай еще могилку доставай. Хм. Это классно. Это мне нравится, ребят. Поехали. Че, на этого, что ли? Нет, ребят. Че там? Меняет, да? Он хочет сейчас кого-то сюда поставить. Это не вариант, парень. Блин, мне бы этот ландшафт, конечно, убрать бы. На самом-то деле. Он вообще здесь не в тему.
Вообще не в тему, серьезно тебе говорю. Так, придется, наверное, вот это вот использовать нам с тобой. Ага. Так я и думал, что придется нам с тобой вот это использовать. Так, давай, наверное, мы с тобой вот сюда его сместим. Поехали. Че там у тебя? Заморозка? Ага. Козыря все свои потратил. Козыря все свои потратил, ребята, он. Я тебя понял, парень. Прячь, прячь, конечно. Все в окопы. Так, ну что, мы с тобой можем... Блин, я чувствую, там будет кровожадность. Может быть, нам сделать с тобой немножко по-другому? Поставить вот так вот орех. Что у нас тут? Ага. Ну и вот так вот. Ай-яй-яй, не очень хорошо, ребят, конечно, получается, да, фиг с ним. Зато этот не имеет никакой кровожадности. Слушай, ты заколебался своей заморозкой. Поехали, короче, ребята. Да, оставим пока. Вишенка на торте. Что может быть лучше, а, друзья мои? Давай ставь сюда кого-нибудь. Не стал. А почему? Не захотел. Поехали тогда. Рикошет всех растений на земле. Ух, ребята. Спасибо тебе огромное. В лицо ты все равно получишь. Ха. Опа-на. С эволюцией. Да красота-то какая. Нет, нет, нет. Все, супермозг, ты потерял. Хотя, погоди, что он потерял-то? Ребята, он ничего не потерял. Блин. А дело-то дрянь, на самом деле. Поехали. Акула, акула, будешь сейчас уничтожать, ребята. Всех, кого не лень. Так, только не же говоришь, что у тебя тут кровожадность. Вытягивай две карты. Ну что, ребята, все тут... Ты понимаешь, его песенка спета, по большому счету. Почему я это говорю, сейчас увидишь. Смотри. Во-первых, у нас с тобой есть груша. Она ставится на воду. Это раз. Смотри, что он сейчас будет делать. У меня есть виноград, про который я тебе уже говорил, который наносит 6 единиц урона в лицо. Ну, все, все. Все на этом. Смотри. Так. И вот так. Вот что хочешь с этим, то и делай. Кровожадность, ради бога. Только ты вот здесь не забудь. А он забыл. Вот, ребятушки, такой раскладик. Акула ему не помогла. Ну, а мы с тобой получаем 700 гемов сейчас. Потому что мы переходим с тобой на 15-ю лигу. И приобретаем с тобой, по-моему, 700 или 720. Я вот точно не помню. Сейчас мы с тобой глянем. Сейчас мы с тобой посмотрим. Так, коллекция. Подожди-ка. Вот он, цитрончик. А, друзья мои, 750 нужно. А, блин, то сколько нужно еще тут выигрывать-то? Дофига. А где-нибудь есть дополнительные задания? Что у нас тут? Разыграйте зомби...
Два зомби на воде. Все, понял, пошли за зомби играть. Зомби на воде. Ну что, давай, наверное, сыграем за... Подожди, у меня тут есть, кстати, зомби-то, которые на воде могут быть? Есть, есть, ребята. Поехали, попробуем. Ох, давненько, давненько, ребята, я не играл за Разгрома. Я уже даже, наверное, разучился играть за него. Точнее, не то, что даже за Разгрома, а именно за зомби. Я вот как-то увидел преимущество за растения и раньше думал, что за зомби проще играть. Теперь я поменял свое мнение и скажу тебе, что за растения, мне кажется, полегче. Мне дали против меня 26 ранг. 26 ранг против меня. Подсолнух. А он что, на чем он хочет, ребята, играть? Наверное, на этих, на грибах. Мне почему-то так кажется. Оу-оу-оу-оу, сразу же с лету, ребята. Просто вот так вот хобана, карту мне дает. Мне ничего пока не остается делать, только вот так вот. Угу. Так, ну что, давай вот так вот перестрахуемся, так сказать. Ну, три в лицо-то уже получили. Эй-эй-эй-эй-эй. Блин, тебя-то вот только тут не хватало. Явилась, блин, не запылилась, а? Ты посмотри. Ну, кстати, это такого, ребят, я не помню такой комбинации, если честно. Что я могу сделать? Да вот так вот я могу сделать. Надеюсь, у тебя могилоеда нету. Так, вот сюда перемещаем. Блин, это плохо, ребят. Ну сколько он получит? 4, да, к атаке? Это 3-3. То есть взаимообмен. Вот здесь меня немножко, ребят, смущает. Да как сказать немножко? Множко, я даже сказал. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Десять хп у меня всего лишь осталось. 10. Так, давай сюда перемещайся, перемещайся. Что там? Ты, блин, серьезно, что ли, а? Да ну нафиг. Разбомбили, считай, меня, ребят. Меня, считай, здесь разбомбили. Так, ладно. Погнали дальше. Что у него на этот раз там припрятано в рукаве? Даже боюсь представить. Защита сработает у нас, а там уже посмотрим, какая карта выпадет. Если он сейчас еще такого поставит, а я больше уверен, что у него есть. И не один. Это старая-старая колода, я помню вот эти вот. Когда, как они там называются-то? Антигерои, да. Когда играет на антигероях. Опа-на. Опа-на. Так, секунду. Давай я вот так вот сделаю. Так, ну он мне три в лицо-то нанесет, защита сработает. И... Ну давай вот так вот сделаем. Окей. Давай я сделаю вот так. И, наверное, я... Никак. Смотри, что творит, а? Тикс. Что мы с тобой сейчас сделаем? Вот что. Сейчас пробьет мне четвертак-то, да? Четвертак пробил. Хм.
Ну, давай я вот так вот сделаю. Убираем этого ханыгу отсюда. Теперь очень интересно посмотреть, что он будет делать. Блин, разгром. Ну чё ж ты меня так подводишь, а? Все, ребята, тут... Тут ты сам понимаешь. Нифига он. Вот это да. Эх, разгром, разгром. Сдулся. Поехали. Будем пытаться реабилитироваться. Надо просто вспомнить, ребят. Я даже не уверен, что... Что у меня та самая колода, которую я обычно играю. Что-то как-то она не похожа. Так, а здесь еще не легче. Блин, вот почему мне того сердечка не дали вот в той игре, а? Только не говори, что ты сейчас 5... Блин, да вообще какой-то бред. У меня опять нету первого хода. Трындец. Просто трындец, друзья. Я в шоке. Ладно, давай сделаем вот так вот. Оу. Блин, 4-6 в лицо. Ну тут меньше, конечно, всего. Давай так вот сделаем с тобой. Угу. Пропускаем ход. Только не прокачивай, пожалуйста, вот этого хмыря. Не надо. В плане. Блин. Три, четыре, да? Так, хиляемся. Все-таки заморозка, да, у тебя? Все-таки у тебя заморозка. Ладно. Опа-на. Даже так. Морковка пошла в бой, да? Морковка пошла в бой. Ну, давай я сделаю, наверное... Подожди ты. Наверное, сделаем с тобой вот так вот. Окей. Теперь вот так. Ну и вот так. Ну, он по центру может бомбануть. Блин, надо было... Ну, кто же знал? Кто знал? Поехали. Короче, морковку мы уберем сейчас с тобой. С этим обменяемся. Так. Ну что, на воду ставим, да? Нашего вот этого дружка. Плюс сделаем вот так. В плане. Не понял. Я могу его как ландшафт использовать? Странно, конечно, ну ладно. Угу. Ты будешь морковку свою, да, прокачивать? Я так и понял тебя, парень. Я так тебя и понял. Возил его вот так вот. И еще вот так. Поехали. И вот так.
Ай, забыл, сейчас по лицу даст, да? Пятерочкой. Пятерочка — это, ребята, та самая большая горошина, которая... А, нет, вот как он. На тебе еще 6 в лицо. Опа. А парнишка, кажется, попал. Наверное, ребят, наверное. Пропустим пока. Да чтоб тебе, что это такое? Что это? Что это вылезло тут? Ваниль. Поехали. Отличная ваниль. Поехали, ребята, все. Разбор полетов начался. Бамс. И еще удар. Бамс. Пока. Так, мне нужно два было растения разыграть, да? Ой, два зомби на воде. Так, отлично. Вот, 10 гемчиков мы с тобой заработали. Можно, кстати, посмотреть по заданиям. Там ведь... А, все, что ли? Ну, вот здесь тогда глянем. Создайте лупу. Нажмите на нее в коллекции. Какую лупу еще? Создайте главу семьи. Так, утолите, блин, аппетит. Применяйте бонус атаки капитана Огонька в бою. Применяйте. Одержать победу над монстрами. Повысьте силу ореха... А, орехового сорти до 4 единиц. Разыграйте 2 ледяных грохострела. Повысьте силу армлерстрела до 5. Наносите 80 урона, разъяснение при помощи... Блин, понятно все это. Так, что у тебя? Создайте ученого с гаджетом. Создайте гаргантюа-крушителя. Получите дополнительных мозгов 3 штуки. Создайте гаргантюа-призрака. У меня только за... за бабаха выполнены все задания, как ты видишь. Так, а получается, остальное все выполнено, да? Ладно. Тогда у нас продолжается серия за нашего бравого бабаха, который не отступает и не сдается. И против нас ржавый болт. На самом деле разряд, но я его называю болтом. Поехали. Карта опять, как всегда, как... Я не знаю, смазано все. О, ну хотя бы дали эту. Ну, тратить ее, естественно. Опачки. Вот так вот. Тут, ребят, хочешь не хочешь, придется защищаться. Иначе он будет тянуть карты постоянно. Он же при атаке, да? Да. И что-то мне подсказывает, что этот охламон у него не последний в кармане. Угу. Он довольный, наверное, да? Сейчас, ай, потратил, скажет, эту горячку. Дурачок. Посмотрим, кто у тебя здесь. О, даже как. Ну, предположим. Угу. Твою же налево ты достал, а? Чего? Парнишка, не слишком ли ты разогнался-то здесь, а? Сумоист. Ну, давай. О, даже как. Прокачиваемся. Так. Сейчас в лицо, ребята, так наприлетает ему, а? Раз, два. Ну да. Солиденько так прилетит. Поставлю сюда. Опачки, вот так вот. Нормуль? Я думаю, нормуль. Че там? Ну давай. Опять хочешь преимущество взять, да? ХПшку прокачивает. Ради бога. У него одна карта в руке. Тебя умоляю. Я тебя умоляю, парень. Да хоть ты там что делай.
Так, шаманство. Подожди-ка. Блин, да как лучше сделать-то? Так, а что, сделаем с тобой вот так вот, да и все. Пока. Чё там? Ай, ладно. Да, 12-то в лицо, я думаю, тебе понравится. Такой бонус. Угу. Такой довольный. Такой довольный и наивный, главное, что... Поехали. Ой, вот именно сейчас будет тебе такой ой. Сейчас такой ой тебе будет. Я просто тебе даже не завидую, парень. Сейчас будет действительно ой. Ой, парнишка, парнишка. Поехали. Начинаем плодить грибы. Отплодились. Отплодились мы грибы, но сейчас, ребята, ему крышка. Вот все. Ржавый шуруп да выделывался. Там, правда, ранг был 6-й. Ну, можно понять, ребята. Человек, скорее всего, только начал играть, поэтому как бы... Это смех не злорадствующий. Ну, просто посмеялся над ним, что... Я когда-то... Посмотри мои первые видосики, как меня там фигачили, как я там кеды заворачивал, только шорох. Не веришь? Вот посмотри. Как меня там... Хотя мы с тобой, наверное, где-то большую часть игры проходили основную сюжетку. Это уже ближе к концовке мы там начали с тобой на ранги ходить и на все прочее. Такие красоты, ну... Это издевательство, я считаю. Вот это издевательство. Не буду я горячку ставить пока. Что? Не, ребят, это надо будет менять. Это надо будет менять обязательно. Что это за фокус он тут мне вытворяет? Тьфу, молодец, парень. Ох, как. О, как он собирается сделать. Неужели он через бесят решил сыграть? М? Через бесят. Я нутром чую, что именно так он будет играть сейчас. Но мне здесь некого, ребят, даже влепить. Чего там? Опять свои надгробия ставит. Предположим. Че, мы на воду с тобой поставим, наверное, груши? Да, наверное, мы поставим... Ага, они не ставятся на воде, ребят. Тогда вот так вот сделаем. Рикошет, ё-моё. Ну, понятное дело, он уберет этого. Понятное дело. Но ему крышка в любом случае. Так, ладно. Блин, а мы потихоньку с тобой получаем урон. Бабах, не подводи меня, пожалуйста, а? Так, если он сейчас... О, даже как. Ха. Вот даже как, да? Ну что, попробуем тогда сделать вот так. Кто там у тебя? О, опять рикошет. Опять рикошет. Ну что, этому крышка сразу же, да? На следующем ходу, я так понимаю. Сейчас у нас с тобой еще сработает кое-что. Защита. Угу. Это мы оставляем. С картами у него беда. Он хочет легу вытянуть. Я тебя понял. Так, ну а мы с тобой что делаем?
Угу. Оу, даже вот так вот. Как тут лучше сделать-то? Пять. Ну да. Самый оптимальный вариант это сделать вот так. Это раз. Ну и думаю, что вот так вот это два. Смотрим. Кто там у него сейчас выползет? Три единицы энергии у него есть. Что он там замутит, я не знаю. Бочку эту трогать я не хочу. Прячет за надгрубие. Как скажешь. Угу. Ну что мы тут сделаем с тобой? Наверное, вот так вот. Пока. Опачки. 1-1 спрятал, да? Ему уже делать нечего, ребята. Уже просто делать нечего, он уже начинает фигней страдать. О, вот это классно. Вот это очень хорошо. Вот это очень хорошо, ребята. Так, ну что, мы с тобой... Даже не знаю, что сделать. Опа-на. Так. Курица тут. Понятно. Блин, а почему она не на воде у нас? Твою же налево. Так, хорошо, сделаем с тобой вот таким вот образом. Да и вот таким. Че я теряю в конце концов, да? Поехали. Так, что у нас получается? 4 в лицо. Так, груша здесь разберется. Дальше потом мы с тобой просто вишневой бомбой его уничтожим. Да и все будет хорошо. Но жду. Понятно. Поехали. Как-то вот так вот у нас с тобой получится сейчас. Ага, хоть чугодие. Ну давай бросай, сюда же их бросишь, да? Опа, купидончик. Кого? Груша досталась. Ну все, ребят, по-моему, пора с ним завязывать, он уже достал. Он уже достал. Причем в корень. Опачки, вот и виноградинка подоспела. Да, ребят, придется получить в лицо, так сказать. Урон. Ну, это лучше. Тут, по-моему, пират дальше будет. Бамс. Жаль, жаль, конечно. Но терпимо. Терпимо. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот это вот уберем. А, все, все, сдался парень. Ну что, ребята, вот как-то так мы с вами играем потихоньку. Бабах. Ну, не дает себя в обиду. И слава богу, мне это нравится. Так, нам не хватает буквально с тобой одной победушки. Одной. И мы ее сегодня сделаем. Серия получится мега длинная, ребят, но... Как говорится, вас никто не заставляет ее смотреть полностью, ведь так? 9-й ранг против меня. Тут как-то из крайности в крайность. То 9-й, то 30-й. Но здесь, понятное дело, этого убираем. А вот этого, наверное, я оставлю, крокодильчика. Потому что фиг знает, вдруг на воду кого-нибудь поставит. А у меня из водяных только маленький шитик и вот этот крокодил. Вот и все. Первый ход у меня есть. Кактус.
Также у меня есть шипы. Это уже на второй ход, если для прикрытия. То есть все должно быть отлично. Ну давай ты уже там с это соображай побыстрее-то. Не задерживай добрых и честных людей. У меня уже кофе стынет, я кофе хочу попить. Ну? Я пока тоже никого не хочу выставлять. Я знаю, против этих малышей, которых он будет вызывать, лучше всего применять кактусы. Шипастую лужайку тоже без надобности выставлять не стоит. Девятый ранг. Чё там думаю? Ага, ага. Вот, ребята, и первые проблемы. Для меня. Твою налево, блин. Ну, я же говорил, крокодильчик-то хорошо, но лучше бы, конечно, слюнявчика взять. Ну, слюнявчик я называю того маленького, который 2-2. Ну, чё ты там думаешь, соображаешь-то, ё-моё. Будто у тебя там офигенный выбор. Энергии нету, ничего нету. Он там сидит, там что-то думает. Поставь сюда куда-нибудь врага. Куда-нибудь сюда поставь врага, чтобы кактус я мог поставить. Спасибо, молодец, умница, красавчик. Тут ты, конечно, хорошо сделал. Прям вот. И опять сидит там, думает. Вот. Все, совсем другое дело, парень. Совсем другое дело. Мы даже можем с тобой. Нет, не можем. Поехали. Да, ему, наверное, сейчас так грустно, обидно, но по заслугам. Так, ну что, теперь крокодильчик у меня есть, у меня есть. О, вот что у меня даже есть еще. Давай опять своих танцоров вызывай сюда. Как раз... Он думает, что у меня нет ничего. Вот тут ты, парень. Ой, как чудно ты, посмотри, ребят. Ну, он прям... Прям молодец. Что я могу сказать? Прям вот то, что нужно для меня выставляет. Прям идеально подходит. Так, давай еще. Что-нибудь типа такого. Не? Умоляю. Но неспроста. Видимо, есть какая-то прокачка у него. Таинственная. Или просто прикрывается, не хочет получать урон. Нет, парень, вот здесь уже крокодильчик пойдет. Да, тут уже пойдет крокодильчик. И чтобы крокодильчик мой не погиб, я еще вот так вот сделаю. Но. Ради бога. Ради бога, я не против. Обмен так обмен. Все великолепно, ребят. Пока идет игра идеально. Ой, какая радость-то вылезла здесь. И пиратик. И пиратик. Ну что, здесь мы с тобой вот так вот сделаем. Это раз. Ой, орех водяной. И вот эту штуку, гадость, мы с тобой тоже убираем. Идеально. Идеальненько просто, понимаешь? Так, в лицо ему. Да что ты мне кормите этим грибом-то постоянно? На постой просто-напросто. Так, смотрим, ребят, дальше кто тут будет. Водяной орех мы можем с тобой поставить на воду. Этому... О! Пошел добор. Пошел, ребятушки, добор у него. Вот так вот. Ну что, мы прикроемся с тобой в любом случае здесь. Ох ты, ох ты, ох ты. Да, это серьезная заявка, если честно. Серьезная. Так, ну что, орех ставим с тобой, да? Ну, а здесь можно, в принципе, и бомбануть. На земле же, по-моему... А, нет, везде. Все. Все, друзья мои. Поехали. Тыч. Да-да-да-да-да. В лицо вначале, потом в орех. Потом получаешь сам. Ну и здесь тоже отдуплишься. Ой. Ой, ребята, просто... Просто прелесть. Блин, он достал меня, а. А, вот ну как. Хо-хо. Ну давай, давай я сделаю вот так и вот так. Зомби с кровожадностью у него там появился, а здесь
Ну а здесь, извини, ты не попал. Да-да-да-да-да, сейчас двух мелких этих разбросает. Ну, конечно же. Вот для этого нам и понадобится с тобой кукуруза. Пиум, 6 в лицо, на. Ну, а теперь выход кукурузы. Сейчас посмотрим, как он тут выставит. Ой, смотри. Тра-та-та-та, и все лежат. Ну, пока, бесенок. Приятно было с тобой подраться. Так, ребят, ну, а самое главное, что мы с тобой накопили 750 гемов. Так. Переходим с тобой на 17 ранг. Получаем 20 гемов. И докупаем. Подожди-ка, у нас с тобой... Сейчас, секундочку. Блин, я уже забыл, где там... Где там покупаешь-то? В коллекции, да, по-моему? Из зомбарей у меня куплены все, ребят. А здесь остается вот только лишь цитрон. Поэтому я его и беру. Да что такое-то? Что там? Что? 750? Ну? В плане недостаточно самоцветов. Я что-то не пойму, ребят, смотрите. Набор цитрона, ну? Ты объясни, почему у меня не хватает? У меня 760 этих гемов. Понимаешь, 760 гемов. Колода стоит 750. Ты что мне втираешь-то здесь? Я не могу понять. Трындец, ребята. Короче, давай попробую перезайти в игру. Посмотрим, может быть, какой-то баг или что? Что не так, я не пойму. Так, ребят, перезашел в игру, давай посмотрим. Что за бред, я не могу никак понять. Ну вот. Все, сейчас все отлично, ты сам видел. А там-то в чем проблема была, не пойму. Ну что, получаем с тобой стандартные карты на нашего цитрона. Естественно, героя. Прикольно. За цитрона так. Познакомьтесь с цитроном. Он полон витаминов и энергии. А если честно, вселяет страх. У цитрона есть способность щит и скорки, которая выжмет все силы из доктора Зомбоса. Это точно. Выжмет все корки. Ну что, мы в следующей серии, наверное, будем с тобой тестить цитрона. Это круто. Ну а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.